нужно сделать, чтобы привлечь внимание самого Сергея Лазарева? Ну, как вариант, быть милой пенсионеркой и отжигать под его песни. Танцующая бабушка на концерте Лазарева буквально подняла на уши весь интернет. Знакомьтесь, ее зовут Лидия Витальевна. И в шутку ее прозвали «Диско-бабушка». Она весь концерт танцевала. Сначала в проходе, потом уже ближе к сцене. Конечно, меня это воодушевило так, как-то не знаю. Я просто хотел найти ее каким-то образом. И благодаря, в том числе подписчикам, которые скинули мне информацию про нее, что это достаточно известная в Сыктывкаре женщина. Однако оказалось, у диско-бабушки не такая уж простая судьба. У нее очень сложная ситуация. Мы уже вот сейчас узнали подробности, что ей негде особо жить. Комнату она снимает за 6 тысяч рублей, где нет никаких удобств. Там есть только кровать и стул, а больше ничего нет. И от нее отказались родственники. Она инвалид с детства. И, в общем-то, сложная судьба. При этом она вот такая радостная, позитивная. И подарила большому количеству людей, которые посмотрели в соцсетях, вот такие какие-то добрые, положительные эмоции. Лидия Витальевна и правда сразу же очаровала всех. Поэтому Лазарев просто не мог пройти мимо и решил помочь диско-бабушке. Мы сейчас занимаемся тем, что ищем ей квартиру. Мы ей снимем квартиру, я это оплачу, чтобы она жила в нормальных условиях. Сейчас многие это воспринимают как какой-то хайп, сейчас ее таскать на всякие передачи. Я, конечно, против этого, потому что моя задача была просто помочь вытащить ее из этой ситуации жизненной, которая у нее есть, жилищной, да, и чтобы она просто спокойно жила, радовалась и там не нуждалась ни в чем. А вот сейчас пользоваться, вот, хайповать на этом я ничего точно не буду, я никому этого прошу этого не делать, потому что это все-таки живой человек и не надо.